волшебство, там не праздник торжества. Нет в этом наличии, нет в чудная пора. Это время без хлопот, без проблем и без забот. Детство славная пора, интересная игра. Жаль, что больше никогда я не попаду туда. А вот вы еще находитесь в этом прекрасном времени, в этом прекрасном поре, как детство. И, конечно же, детство – это интересная игра. Именно в детстве мы играем различными забавами, увлекаемся. А какие игры вы любите? Какие игры вы любите играть и знаете? Два мороза! Два мороза! За эти 5 лет во что только не поиграли. Но кажется, слышите какой-то звук волшебный. Наверное, кто-то к нам опять идет. Помогать музыке феи петь чудесную песню. Давайте мы сейчас встанем красиво. Thank you.
туда быть, от сундука. А кто же у нас забрал этот ключ? Ой, и куда-то убежал, и куда-то дед помог она. А ключ посмотри у меня. Вы все-таки хотите идти в школу? Да. А собираться-то умеете? Да. Ну, давайте-ка проверим. Хорошо, я вам отдам этот ключик, если вы пройдете игру испытания. Соберемся в школу. Мама, ты будешь меня собирать? Нас будет две команды. Одна для одной команды и для второй. Ой, много-много всего. Надо, мама. Да. Ну, давайте. Давайте, Дань, приглашай маму, папу. Приглашай. Илюша, приглашай маму с папой. А зови, скажи, папа, иди сюда. Мама, папу, зови сюда. Мама, папа. Надо нам, чтобы полная семья была. Нет, твой не считай, умрет твой. Давайте мы с вами представим, что у нас 1 сентября, утро у нас, ну как обычно бывает утром, не разбериха, нужно ребенка срочно собрать в школу, и папа нужно будет собрать букет, составить, завязать для учителя и вручить ребенка. Мама, конечно же, хозяюшка, позаботится о том, чтобы в этот пакетик собрать все самое вкусное, полезное, питательное, для того, чтобы ребенок не проголодался в школе. А вот у нас будущий первоклассник берет в рюкзак все необходимые для школы вещи. Ну что ж, считаем, ребята? Делать. Ну, Даня, в целом.
Так, что же у Илюши? Ой, Илюша, а у тебя все почти то же самое? Ну, игрушку только не захватил. Так, что у нас? О, букетик отличный, понравится. Ну, мамы, мамы, они мамы. Так, ребенка голодными не оставят. Ну, молодцы, хорошо справились с заданием. Давайте только если вдруг там будет что-то типа недостаточно места. Давайте я нас вам. Мы там памяти осталось там. Конечно. Так, ну что, молодец. Ну вполне красивый букет, да, Саша, нравится? Ну, я думаю, учительнице понравится. Так, и у нас тоже красивый букет. А тут все только полезное. Одни витамины, одни фрукты и овощи. Вот вы молодец. Да, конечно. А пирожные? А пирожные? У нас в магазине не было. Так, а что же у Саши? А у Саши все самое нужное. Что, ребята? А это? А это что? Это пенал. Пенал такой необычный. А это что у нас? Карандашик. Все это пригодится в школе? Да. Молодец, Саша. Готов в школе. Ну и наша школьница Ксюша. У нас вот такой букет красивый папа составил. Молодец. Мама тоже позаботилась. Ну все, давай, идем. Фрукты, овощи, булочки. Позаботилась. Голодный не останешься. Ну-ка, что сама ты там себе собрала? Наверное, игрушки. Такой же набор. Не оказалось места для игрушки. Ни одного. Молодец. Самые важные вещи. Нужные. Молодцы. Ну что, готовы? Ой, как ты думаешь, заслужили наши ребята ключ? Так вот, говорю, смотрю на них, ну совсем уже большие. Все они умеют, все они знают. Идите в свой первый класс. Кто у вас тут главный? Я! Ребят, ну что ж, я хочу рассказать, что сундук у нас с вами есть? Да. Есть, с сокровищами, да? Ключ у нас есть? Заслужили? Да тут как нет? Слушай, покажи всем. Есть, есть, от сундука. То есть мы с вами добыли его, мы молодцы. Ну и теперь я предлагаю вернуться в детский сад и сказать слова благодарности всем тем людям, которые все эти 5 лет о нас с вами переживал, заботился, волновался. Ребята, выходите. На благодарность. Thank you.
любил, заботился о нас и отдавал нам много сил, готовил первый класс. Спасибо тем, кто нас учил любить и рисовать. Спасибо тем, кто нас учил любить и танцевать. Спасибо няням, поварам. А ласки привет за чай, за кашку утром, за ужинный обед. Еще спасибо докторам и за заведующей нашей. Не забудем никогда о нас заботу вашу. Спасибо воспитателям, спасибо вам не раз. И всем, кто сердцем и душой заботился о нас. Сотрудникам нашего детского сада, отцовны и любящие важные полы, примите, пожалуйста, эти награды, наши улыбки и сердец доброту. Дорогие коллеги, сотрудники детского сада, наши ребята подготовили вам в подарок танцевальный номер. Наша родина, последней мы не посторонние.
сейчас предоставить слово самому главному, самому важному человеку в детском саду Шиловой Светлане Михайловне. Но мы, Светлана Михайловна, хотим вам вручить ключ, который мы всей командой почемучки добывали, да, волшебный золотой, от этого чудесного сундучка. Тут много сокровищ. Посмотрим, что за сокровища хранятся. Мы посмотрим, конечно, что там за сокровища. Сначала, дорогие наши выпускники, разрешите вас поздравить с вашим таким знаменательным событием. Сегодня у вас выпускной бал. Скоро у вас начнется настоящая школьная жизнь. Она будет удивительно интересной и не похожей на ту жизнь, которую вы провели в дошкольном детстве. Мне хотелось бы пожелать вам, конечно же, чтобы у вас были успехи в вашей школьной жизни, и в ваших портфелях были только четверки и пятерки. А вам, дорогие родители, конечно же, терпение. Дети ваши готовы к школе. Поэтому не переживайте. Хотелось бы, чтобы школьная жизнь вместе с вашими детишками, она была у вас светлой, была у вас легкой, чтобы меньше трудностей встречалось на пути. Ну и, конечно же, здоровья вам и вашим детям. В добрый путь! А теперь школьный. Здесь. Ой, и грамоты здесь, и благодарственные письма даже родителям имеются. Диплом вручается Александровой Анне. Диплом вручается Владимиру Данилову. Ермошкину Евгению. Диплом вручается Калашникову Артемию. Диплом вручается Кристевой Полине. Получается Лужновой Полине. Диплом вручается Макару Кириллу. Диплом вручается Морозову Всеволоду. Диплом вручается Пелюгину Матвею. Диплом вручается Путинцевой Анастасии. Сидорову Олегу. Диплом вручается Снегирёву Илье. Диплом вручается Степановой Веронике. Трушаковой Ксении. Диплом вручается Филерчук Агнии.
Ивану. Я